Ну, The Fest — это такая уже историческая, получается, конференция, потому что это далеко не первый раз проводится, я тоже здесь не первый раз. Это всегда интересно, всегда очень масштабно организовано, круто. Ну, мне реально нравится, я в прошлый раз участвовал как спикер, в этот раз участвую как организатор трека, и в том, и в той роли мне было очень интересно, прикольно, и мне вообще нравится, ну, движ, который здесь происходит. Мне кажется, у нас, ну, как сказать, все конференции в основном проходят в Москве, в Питере, как бы, а, ну, локальных конференций не так много. Вот это одна из таких локальных конференций, ради которых, как вот в гиде Мишлен, можно сказать, три звезды, да, ради которых стоит приехать в город специально только ради этого.